Добрый день, представляю вашему вниманию микс экстра зима Канады. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами вот с таких джинс. Размерчик у них. Так. Размерчик не указан. Я думаю, что это LXL. Вот такие вот классные, с потертостями. Есть небольшие загрязнения внизу, но они легко удаляются. Элечка, танковка, очень такая классная, мягкая. Танковочка, элька. Такая вот блуза велюровая, размерчик ML. Так, элечка, брючки, как леггинсы. Эмочка, толстовочка, внутри петелька. Леггинсы с начесом, LXL. Танковочка с высоким горлышком. Размерчик L, рукавчики расклешенные, флисовые брючки XL, футболочка 2XL, кардиганчик размерчик L, элечка футболка, LXL даже так, элечка на подростка танковочка, здесь у нас брючки 3XL, небольшой начесик есть, спортивный трикотаж пола 2XL, джинсы размерчик 25, элечка, жилет вязаный, танковка, эмка, внутри начес небольшой, я думаю, на элечку тоже подойдет, штапельный материал, блуза, элечка, элечка, джеггинсы, танковка, элька, брючки, XS, так, 42 размерчик, рубашка, брючки 28 размерчик, эсочка, толстовочка, внутри начес, спортивный трикотаж, элька, жакетик на пуговках, очень такой классный, танковочка с капюшоном, эмка, брючки с начесом, эмочка, толстовка с начесом, XL, красивая очень, здесь у нас элечка, джемпер с пайеточками, тоненькая вязка, ветровка эска, внутри флис Колумбия, жакет XS, размерчик приталенный, 4XL футболка, джинсы, размерчик LXL, толстовка флисовая, элька на замочке, такой вот махровый комбинезон XS, размерчик, джемпер с высоким горлышком XS, флисовая толстовочка M-ка, брючки флисовые, размерчик L, XL поло, брючки эмочка, как бриджи, халат плюшевый XL, идет на замочке, застегивается, очень мягкий, теплый. Дальше брючки, размерчик LXL, эсочка, жакет, здесь у нас небольшое загрязнение поверхностное, эмочка, брючки, спортивный трикотаж, толстовочка, эска, внутри начес, горловина на замочке, джемпер, элька, джинсы, евро 44 H&M, футболка 3XL, стеганый жилет XL на замке, эмочка, джинсы расклешенные, джемпер, эмка, стеганая жилеточка, размерчик 3XL, женская. Здесь у нас натуральный мех на капюшончике, такой пуховичок, 165 ростовочка на подростка. Такой он как бы плотный, но не прям на такую холодную зиму. Эсочка, такая вот куртка, тоже плотная очень. Дальше танковочка, размерчик S, танковка L-ка на 11-13 лет, L-ка танковка H&M, S-очка велюровая толстовочка, здесь у нас танковка M-ка, танковочка S-ка, спортивный трикотаж, толстовка с капюшоном, размерчик SM, L-ка танковка, с капюшончиком танковка M-ка, джемпер на пуговичках, размерчик SM, леггинсы велюровые, эсочка, танковка M-ка, здесь у нас такой топ,
XS на бретелях, это даже может как платье. XL танковочка с капюшоном, танковочка L-ка, толстовочка флисовая M-ка, топ спортивный трикотаж без чашечек XL, джемпер с высоким горлышком, размерчик M, здесь вот так вот идет, укороченный, а сзади получается он вот так вот завязывается, то есть сзади спинка практически открыта. Такая вот жилетка. Здесь у нас дырочка на капюшоне. Я из лота это убираю. И получается еще есть вот такая вот шапка вязаная, тепленькая. И вот такой вот шарфик. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.